Господи, ребяточки, здравствуйте. Это, сегодня мы тут смотрим игрушечку в Серварион. Не знаю, хардкор, мне отдал посмотреть, что тут к чему. Я-то как бы не фанат вообще сталкера. Ни в какой не играл. Я не собираюсь. Как-то... Так, количество мониторов. Блять, полноэкранный режим. Ладно, здравствуйте. Так, что тут у нас со сглаживанием? Какое лучше сглаживание? Поставим такое, 16. Ультра есть? Тогда... Хорошо. О! О, да. Так, игра музыка, я не люблю музыку, чувствительность микрофона. А как использовать микрофон? Ребята, я вас буду убивать. Черт. Чувствительность микрофона. Непонятно. Ладно, хуй с ним. Так. Чувствительность мыши. Тоже непонятно. О, господи. Хардкор, щади-ка сюда. Блять. Так, склад. Окно персонажа. Я что-то вообще не понимаю, что здесь делать надо, но... Так, приглашение друзей. Звуки. Так, как бегать-то нам? Блять. И чё? Всё? Типа настроилось. Так, назад. Так, что это такое? А какие задания? Погоди. Так, персонаж. Ваш уровень. Разброс от бедра, блять, Иисусе. Ну там типа прокачка потом идет. О! Предметы! Мосинка. ППШ 41. Господи Иисусе! Да, Мосинка, Мосинка. Ща. Не, Мосина хуйня. Тут надо как-то, по-моему... А как сюда? Тут надо выбрать как-то этого. О! О-хо-хо! Я взял его! Не, а там же типа надо выбрать как-то, снайпер. Так, поселение, край. Это кто такие записи? Блять. Независимый торговец. А, ну вот это вот... Не открыто видно. Вот эти, это, короче, эти, как его. Смотри, гля на меня, смотри. Да, это типа, блядь, эти, как его. Ну, блядь, как, ёпты, которые... Кланы блядь, там. Ну, типа, да, типа, кланы. Типа, то есть, так, ну, хорошо. Там, типа, были эти, наёмники. Показать амуницию. Так, отличненько. Инвентарь, все продавцы, оружие, спецсредства. Так, а вещи-то какие-нибудь мне дадут, интересно? Задания. Я не знаю, пока нет, может там какие-то задания. Задания к ним, может там их брать надо, выполнять что-нибудь. Персонаж, предметы, задания. Бродяги отказываются выдавать вам задания. Черный рынок. А, ну пока требуется не знаю. Максимальная репутация с бродягами, блять, интересно. Сменить задание. А, быть героем несложно. Сложно остаться, так, чем дольше ты живешь, тем больше тебя... Пользу заканчивай, но не стоит быть трусом. Научись выживать. Выиграть бой, имея большую бесчинность ртей. Защита собственности. Так, ну давай попробуем вот это. Так, награда. Они мне что-то, блядь, ничего не дают. Сука, а как играть-то? Давай сюда просто нажмем. Нихуя. То есть это вот это вот? Ха! Дальше ничего нельзя делать? Да не. Да, к этому можно присоединиться. Подожди. Подбор игроков. Внимание, при смене задания лояльность группировки к вам понизится, блять. Ладно, я сделал это. Как? Бродяги. Требуется максимальный репутат. А, ну вот, место что-то у тебя вот показывает. Место в очереди 49-69, время ожидания минуты 20, блядь. Отбор игроков ведется. Типа, время ожидания, да. Ладно, чё ж, подождём. Этот мужик похож на этого, блять. На Серебрякова, мне кажется. Актер, у него очень морда похожа. Тоже он любит в таких штуковинах ходить, в таких покоцанных вязанках крутанских. Вата такие вязанки рубит. Это 714 челов, 34 битвы, что ли, идет или чего? Что-то непонятно. Так и чего? У меня сейчас и вещей никаких. О, прикольно, здесь вот так, оказывается, скрутить можно. Блин, в кроссах я такой вообще нормально. Блять, штаны грязные, пиздец. Как будто я бухал где-то неделю, блять, под забором валялся. Есть, блядь, как-то можно получить, типа, вот на мосинку, блядь, за 50% поставить там расстояние, блядь, метров 300, блядь, у тебя карта, ёпт. Как Counter-Strike, блядь. Подбор ожиданий сервера. О, господи Иисусе, она!
Ой, посмотри-ка. Ой. Ждание других игроков. Начало матча. Тихо. А вон петух тоже стоит, смотри. Да. Блять, а чё? Они даже никакую экипировку не ввели, ё-моё. Зачем это надо-то нам тогда? Все одинаковые ходят. Не, блядь, смотри, вот там, вот там. Какой-то бэкпак даже. О, смотри-ка, Лёх. Просто... Тихо, сейчас погоди. Маленький. Погоди, я не... Так, погоди, я не... Так, садиться как? Блядь, садиться, все надо переделывать, сталкер, блядь. С, блядь, да сталкер-то это хуйня, блядь. Вот это что-то мне должно быть. Блять, shift, сука, не работает. А-а-а! Нет, быстрый макрос, нет, блять. Все, сейчас. Блять. Как атмосфера нормальная? Атмосфера. Стреляет, блядь. Ой-ой, по мне стреляют, ебать, вон оттуда. Сука, не могу, погоди. Это мой петух, нет? Нет, давай, стреляй его. Блядь, да что ж такая задача? Да ну, ёпты, петух какой-то, блядь. Да хуйня какая-то, блядь. Я ж по нему стрелял. Блядь, пиздец какой-то. Не, ребят, я что-то не... Не особо-то не вдолбон. Так, а меняется... Так. Это у нас какая-то карта. Здесь наверняка можно было бы засесть. А он у нас придурок один стоит. Мужик, ты чё здесь стоишь? У него Мосина. Может быть, Мосина получше бьет. Ну я же в него попадал, блядь, он должен был умереть. Ага, ну вон он, кстати. Очень неудобно. Держать клавишу, наверное, где-то, наверное, сменить надо. Стреляют. Ну, звук, кстати, ничего, так вроде сделано. Приятные такие, издалека, когда трещоточка. Ну, нормальный Counter-Strike, блядь, для фанатов сталкера. Так, сейчас будем кемпить, на. Шмотки какие-нибудь, блядь, дали. Все нашего убили, да? Я не понимаю, где наши, где чужие. Или хоть бы одного убить. Ёшкин кошкин. Что ли, суки, сидят? Ой-ой-ой, а это что такое? Ой, сюда, наверное, нельзя заходить. Блять. Черт. Ну, а я-то откуда знаю, блять? Зеленая трава с пыльцой, блять. Туда, оказывается, нельзя заходить. Ладно. Нормально. Сейчас начнем их стрелять по-нормальному. О, этот лупит, смотри-ка. Сидит так вроде. Куда он стреляет-то? Парень, ты куда стреляешь? Я вперед. Cover me! Надо забираться наверх, хочу стрелять. Где-то там вся перестрелка. Интересно, точность. От бедра какая? Очень стрёмно. Блин, трекер не работает. Опа, релот. Ой, как долго. Да какого хуя он не умирает? Вы, блядь, издеваетесь? Блядь, заебись, ты мой фраг снял, придурок, блядь. Так, его полутать нельзя. Так, у меня ножка подбита. Давай, пацаны, я за тобой. Да, оружие пневматическое.
обойму в человека выпустить, блядь. Еще одно, и он живой. Приятненькая такая. Так. Ух ты, ёб. О, убил, блядь. Первого пиздюка убил. Господи ты, боже мой, а. Это же надо же. Ребят, давайте, занимайте. Занимать позиции. Ну-ка, там есть. Там мосинки стреляют. Так, сейчас попробуем мы их. Оп! Ох ты, сволочь какая. Охуенно, мы с тобой его в два смычка, братишка, да? Пошли дальше. Снайпера, мать их, сидят. Ой, опять тоже мудак. Орк или опк. Мне ножка, он где-то, блядь, снайперит, падла. Ой, некрасиво как. Нет, это жуть. Кстати, графика такая прикольная. Такая приятная. Ну что-то. Ну вот некоторые что-то вот так вот текстурки переблескиваются. Непонятно. Либо это может быть то, что у меня Родионы. AMD-шки. О! Петух! Бля, как быстро, а? Как он так быстро стреляет, блядь? Профессионально. Бойцы, бля. Я так стрелять еще не умею здесь. Ох ты, ёпта, в бочан, блядь. Ой! Ну вы издеваетесь, блин. С Мосинами там сидят, бух-бух и все. Обидно. Вообще жопа. Черт. Я просто долбанное пушечное мясо. Они уже наш спаун взяли. Под контрол. Вон она оттуда стреляет. Смотри, где эти петухи. Братан, давай. Вон он, я вижу его, сука. Хитшот. По-моему, надо поменять винтовочку. Черт. Да, разброс дикий, блядь. Сейчас подобрали с него вплотную. Давай, давай, деточка. Ты ёб твою мать. Ай, там еще один петух слева. Сюка. Хера себе бейсджамперы долбаные. Вот что это с текстурами? Вот это вот не понимаю. Сейчас пивка для рывка. Да. Оу!
стреляют. Сделали бы каких-нибудь монстриков еще до кучи. Как третью силу. Чтобы задница всем надирала. Позволил вам измываться надо мной. Свет. Так, это наши. Нет, надо было все-таки наган брать. Мосин наган. Это неинтересно. Они бац одного выстрела. А я с этой пердюрки, блядь, за 30 метров. Все в разные стороны, блядь. С нее рассыпается. Суки. Флангует, блядь. Опа! Вон он. Получил петух. Еще один, вон, сука. Так, жалко, нельзя забрать. Сейчас. Вон еще один. Отлично. Оу, щит! Оу, Reloading! Cover me! I'm reloading. Ага. Ах ты вонючка. О, блядь. Смотрите, как... Кошечки на шишечку. Так. Ну что, ребят? Так, секундочку. Перезарядочка. Ну-ка, петушки, давайте. Так. Куда эти мразоты идут? Блять. Сука, трекер неудобно. Нет, не-не-не. Это назад. Вот так, петушек. Релодинг. Так, отличненько. Во-во-во-во-во, там прыгай. Тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. Куда ты пошел? Вот так вот, блядь. Хе, сыча-то. Оу. Ну все, у меня 8 патронов. Блядь, я не собираюсь сдаваться. Вон он, сука. А! Оу, это снайпер. Так, черт. Блять, а как они с пистолетами бегают? У меня даже пистолета нету. Ну а то-то куда они могут подниматься. А то на чем? Идет, блядь. Ай, блядь! Ай, сука! Как-нибудь кинуть что-нибудь в него можно? Блять. А патрончики-то закончились. Пах-пах-пах-пах-пах! Пах-пах-пах-пах! Пах-пах-пах-пах! Ох ты, там еще второй, а! Пах-пах-пах! Ой! Ха-ха-ха! Дебилы, блять! Он своего застрелил! О, пах-пах! Пах-пах-пах! Блять, убью пах! Придурок, блять! Пу-пу! Побежали! Ой, в спину, сука! Эх вы, блядь, расстрельный ротет! А, тоже сущенок, патроны закончились! Оп, давай! Ты-то на ножках, а я на лапках! Бежим! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, я не
отсюда им отдаваться, короче. Я отдамся. Я сам умру. Вот. О. О. Ножки поломал. Так, спокойно. Блять, мы какие-то киборги-терминаторы. Просто хуяк. Ножки в хрустом поломал. Блять, ножки на 15 секунд. Вон он, петух. Короче, сейчас... О, статистики получения матча. Получение статистики матча. Да я совсем неплох. Ну, как сказать. Так. Найдено 0. Счет. Лучший стрелок моби. Напарник. Лучший напарник. Без 9. Помощь союзнику 2. Вылечено 2. Интересные пироги. Так, а... Так. Ну что? Мой юный друг. Давай на этом закончим. С этой пердюльку надо пердюльку поменять.